Привет, меня зовут Мария Базарова, я художница из Литвы. Сегодня я бы хотела высказать свое мнение по поводу того, что картины очень похожи на своих коллекционеров. И не случайно картины притягиваются к определенным людям. Я, конечно, сейчас очень приземленно сравню, но говорят, что собаки похожи на своих хозяев. Так вот, я считаю, что картины похожи на своих владельцев. Когда я продала свою первую картину, я отследила момент, что человек, который покупал ее, являлся евреем. А на картине был изображен силуэт человека с большим носом и горбинкой. И я так понимаю, что в этой картине он увидел себя. Когда-то ко мне пришел человек для того, чтобы выбрать картину на подарок для человека, у которого уже все есть. И я думаю, что он не случайно выбрал картину, которая называлась «Денежное дерево». Вы только подумайте, денежное дерево для человека, у которого все есть. Не совпадение ли это? Как-то я продала картину на одном из онлайн-ресурсов в интернете. На картине были изображены две девушки, обращенных друг к другу. И грация тел была очень ярко показана на этой картине. Позволю себе предположить, что человек, купивший эту картину, либо любитель женщин, либо это была вообще лесбиянка, потому что на картине была ярко выражена любовь двух женщин. Картина, которую вы можете видеть позади меня, называется «Одиночество». Эта картина нравится очень многим людям. Я так понимаю, что каждый человек внутри одинок. Мы рождаемся в одиночестве и умираем в одиночестве. Однажды в мою галерею зашла девушка. Я ей показывала свои картины, рассказывала о них. И увидев эту картину, она заплакала. Она действительно искренне эмоционально заплакала, потому что, наверное, она себя там увидела. И не смогла держать слез. Я думаю, что эта картина прекрасно вписалась бы в кабинет для психолога. Однажды я вела переговоры с одним психологом, и он очень сильно хотел сбить цену за эту картину. Не знаю почему, но на тот момент я не согласилась сбить эту цену, и эта картина до сих пор ждет своего владельца. А еще я пишу картины на заказ. И, конечно же, когда картины на заказ, то человек мне рассказывает о том, что он хочет видеть на холсте, и я создаю шедевр под определенных людей. Тут уже, несомненно, картины похожи на своих владельцев, так как именно они и заказали эти картины. И еще один момент. А вы знали, что картина, выполненная художником на заказ, несет удачу и счастье в дом? Буду рада, если вы прокомментируете это утверждение в комментариях. Я также очень буду признательна, если вы в комментариях напишите о том, какие темы вас интересуют. И я с удовольствием запишу для вас новые короткие информативные видео. Желаю вам прекрасного дня и не забывайте смотреть вокруг, ведь мир так прекрасен.